Живет в одном городе взрослый парнишка, мужчина, знать лет 30. Влюбился мужчина в одну прям девицу, а баба с тремя аж детьми. Влюбился мужчина в одну прям девицу, а баба с тремя аж детьми. Живет эта баба так очень далеко, но есть у нее интернет. Свербит между ног, очень стало ей плохо, для бабы какой все же вред. Свербит между ног, очень стало ей плохо, для бабы какой все же вред. И вот мужичок к ней рванул без оглядки, ее в интернете нашел. Полол этой бабе запущены грядки, он все ей везде прополол. Полол этой бабе запущены грядки, он все ей везде прополол. А грядки у ней так запущены были, мужик ей неделю полол. Питал к этой бабе другие мотивы, а в ней ни черта не нашел. Питал к этой бабе другие мотивы, а в ней ни хрена не нашел. Ну что говорить, показалось ей мало, то в ней ничего не нашел. Ей пахаря нужно, чтоб все затрещало, чтоб пар с потом и градом пошел. Ей пахаря нужно, чтоб все затрещало, чтоб пар с потом и градом пошел. Тут что говорить, засвербила, заныла, и в город рванула она. К подруге на несколько дней заскочила, ей хочется вновь мужика. К подруге на несколько дней заскочила, ей хочется вновь мужика. Опять интернет и опять смски, она пригласила его. Но на хате и в городе будет уместно, мешать им не будет никто. На хате и в городе будет уместно, мешать им не будет никто. Он тут же приехал, разулся, разделся, он ночь тарабанил и день. Он так от усталости ею наелся, исчез он потом будто тень. Он так от усталости ею наелся, исчез он потом будто тень. Теперь никого он не хочет и видеть, он к утру так не пахал. Не хочет теперь он и баб даже слышать, такую он стерву познал. Не хочет теперь он и баб даже слышать, такую он стерву познал. Не хочет теперь он и баб даже слышать, такую он стерву познал. Вот так вот, не попадай. Да-да-да. Этим. А то будет вам. А то...